Друзья, EcoDrive V5 полный привод, два мотора по 500 Вт. А вы можете ехать на переднем приводе, вы можете ехать на заднем приводе. И можно ехать на полном. Сейчас я продемонстрирую. Хоп. Вот таким образом. Подключать, подключать привода можно прямо на руле. Запас хода до 120 км на заднем приводе, до 50 км на ручке газа на одном приводе. На полном приводе можно проехать около 30 км, 35, в зависимости от веса, погодных условий, рельефа. Весит около 30 кг, грузоподъемность 150 кг, два редукторных мотора. Если разрядились, можно ехать на педалях без проблем. 7 скоростей Shimano, складная конструкция, педали складываются, складывается рама, складывается руль. Сидушка с амортизатором, вы видите. Передняя вилка амортизационная, шины низкого давления, от 0,8 до 2 очков можно качать. Поехали куда-то в лес, подспустили, поехали по асфальту, можно подкачать, будет накат гораздо лучше. Охота, рыбалка, туризм, все эти направления подходят для этого велосипеда. Универсальный, практичный, надежный, продаем с 2017 года, и доставляем по всей России. Надежный аппарат, рекомендуем, подробности на нашем сайте egokoleso.ru.